Представьте, что ваше сознание – это комод в кабинете, где заперты самые темные мысли и глубочайшие страхи. Что будет, если его содержимое выставить на обозрение? Сейчас мы с вами узнаем. Из подсознания Гильермо дель Торо. Это какая-то ужасная загадка, которую не разгадать. 8 жутких историй. Что случилось с этой семьей? Их фотографии на стенах. Лот 36. Любопытно? Что бы там ни было, оно мое. Я видел лес. Лес, который забирает мертвых. Хотите взглянуть на мои картины? Прошу, пощадите. Нет! Внутри меня пустота. Внутри каждого. Что со мной происходит? Это бескрайняя бездна. Ты портишь мне настроение, парень. 25 октября. Прошу! Вы насладитесь самым жутким. Вот они. Событием этого сезона. Это тело станет твоим гробом. Я похороню тебя в нем. Приветствую. 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 Приветствую в моем кабинете редкостей. 8 эпизодов. 4 ночи. Лот 36. Кладбищенские крысы. Внешний мир. Скрытие. Модель Пикмана. Сны в доме ведьмы. Мурмурация. Просмотр. Кабинет редкостей Гильермо дель Торо. На Netflix. В октябре.